Что у тебя сегодня интересного? Книга, энциклопедия, дизайн и комплектация. Новая. Новая. Красивая. Как видишь. И белая. Точно. Доляпается быстро. Но надо с ней аккуратно, потому что в ней полно ценной и полезной информации. Да, я смотрю, она такая толстая. Сколько в ней страниц? 528. Никогда не прочитаешь. Прочитаешь, тут картинками разбавлено. Ну и плюс содержание, тут все написано. Я, например, делаю квартиру. Будет ли она мне полезна? Как раз для этой темы и она и создана. Если ты делаешь квартиру, у тебя же, наверное, дизайнер есть. Да. Дизайнер сделал проект. Да. То и сейчас задача купить материалы, мебель. Все верно. Кто будет покупать, от этого зависит, сколько денег у тебя в итоге останется и сколько ты потратишь. Так, а я вот не хочу дизайнеру это поручать, хочу сама сделать. Сэкономить? Да. Но вот чтобы сэкономить, здесь вся последовательность, как правильно вести дизайн-проект, да, она непростая, достаточно толстенькая, но зато здесь вся инструкция, ты сможешь сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Ого. То есть мне не надо заказывать дизайнеру эту услугу? Ты можешь заказывать, нужно самое главное понимать, что есть отдельно проект, есть авторский надзор и есть комплектация. Вот комплектация – это услуга по закупке того, что выбрано в дизайн-проекте. Обычно это делают либо сами клиенты и допускают ошибки, либо поручают дизайнеру. А я не хочу запускать ошибки, я хочу, чтобы у меня все хорошо получилось. Ну, тогда плати. Готово? Дизайнеры тоже не все делают это правильно, и поставщики тоже не всегда правильно, качественно оказывают свои услуги. Эта книга – это, по сути, инструкция, как контролировать. То есть мало заплатить деньги, нужно получить результат. В этой книге ты можешь получить чек-лист по контролю и дизайнеров, чтобы они правильно все это делали, и поставщиков для того, чтобы они дали тебе цены со скидками. Отлично, целая инструкция. Тут написано еще, как торговаться, какая последовательность должна быть для того, чтобы все мебель и материалы приходили вовремя и в том количестве, которое нужно. А вот по ценам, например, этих изделий, можно ли как-то сэкономить мне, как клиента? Сэкономить можно. У дизайнеров обычно бывают дизайнерские скидки. Ну, еще, кстати, у них агентское вознаграждение есть, то, что они с поставщиков получают. И здесь у тебя будет полностью понимание, из чего складывается цена, как выгодно покупать в США, из Азии, в России, какие есть типы поставщиков. В общем, полная раскладка по ценам. Дальше, вооружившись этой информацией, ты можешь выходить на рынок и уже либо самостоятельно работать, либо от дизайнера требовать правильной работы. Отлично. Ну все, тогда надо брать. Конечно, брать и читать. Взять мало, нужно изучить, следовать. И если будут вопросы, то обязательно задавать, а я уже отвечу. У нас есть специальный чат, где я делюсь информацией. Ой, ничего себе, прям целая услуга у тебя. Все, заказывай книгу, приходи, буду отвечать на вопросы, сэкономим тебе денег. А где заказать? Заказывай по ссылке под этим видео, пиши в комментарии и пиши на почту. Обязательно свяжемся. Спасибо.